Осенний турнир из серии Asus Open заметно отличался от предыдущих чемпионатов. Организаторы постарались. Увеличилось количество номинаций, значительно выросло число участников, расширился охват городов России, приехали игроки из стран СНГ и ближнего зарубежья. Вновь был увеличен призовой фонд чемпионата. Проводились мини-турниры на ноутбуках и розыгрыши среди зрителей с призами от спонсоров. Мы провели турнир серии Asus Open, осенний турнир, заключительный турнир серии, который собрал 800 участников. Этот турнир отличался от предыдущих большим количеством номинаций. Привычным Counter-Strike, StarCraft, Warcraft мы добавили командные соревнования по Warcraft, Dota, Need for Speed, последняя игра, Unreal Tournament, FIFA 2006, которая вышла 2 недели назад. Также у нас вырос призовой фонд, он составил 14 тысяч долларов. Интрига чемпионата стало то, что игры Quake 4, FIFA 2006 и Need for Speed Most Wanted вышли менее месяца назад. И если в Quake 4 признанные фавориты сразу стали тренироваться в новую игру и доказали свою силу, то в двух других номинациях фавориты прошлых соревнований вылетели из турнирной сетки на ранних стадиях и победу одержали новые звезды. В Warcraft 3 Dota участники более серьезно подошли к подготовке по сравнению с прошлым турниром. Это поменяло расстановку сил среди победителей. Команда PLZ поднялась с третьего места на первое. В Warcraft неожиданностей не произошло, и главные фавориты чемпионата Deadman и Caravaggio вновь поделили между собой призовые места. Сегодняшняя игра проходила очень сложно. На этом чемпионате собрались лучшие игроки со всей России, поэтому игры проходили очень напряженными. В Quake 4 всех удивил приехавший из Украины LG Hunter. Он сумел обыграть Кулера в финале виннеров, но в суперфинале Кулер дважды выиграл и доказал, что он лучший. Да, я вчера участвовал в Quake 4, выиграл номинацию, а сегодня занял второе место по Quake 3. Quake 4, ну на данный момент еще как бы сложно судить, потому что игра только вышла. Не хватает очень многих факторов, позволяющих игрокам, например, делать свое управление, настраивать игру под себя. Несмотря на это, я в любом случае буду в нее играть, потому что я собираюсь участвовать во многих турнирах, в том числе в мировых турнирах. Quake 3 победу вновь одержал Evil, многократный победитель серии Asus Open. Он не прекратил тренироваться в Q3, что помогло ему обыграть Кулера дважды в полуфинале виннеров и суперфинале. Особо успешно выступил приехавший на чемпионат десант из Украины. Ребята заняли призовые места сразу в нескольких номинациях и составили серьезную конкуренцию российским игрокам. На Counter-Strike, как обычно, собралось много болельщиков и прессы. На этом чемпионате топ-32 Masters набирался без инвайтов, и все команды проходили предварительные отборочные, что поначалу вызвало возмущение у московских игроков, но тем самым расширило географию всего турнира. Сегодня у нас присутствует команда из Украины, из Белоруссии, из стран Прибалтики, из южных стран СНГ. Это ежеквартальный турнир, он очень уважаемый, выставляет хороший, это нечастое явление для России, хороший призовой фонд с очень известным составом судейства и составом команд. Основными фаворитами считаются команды из Санкт-Петербурга, команды из Украины. После групповых финальной стадии вместо привычной всем системы Double Elimination была применена олимпийская система на вылет, что, возможно, сказалось на финальной расстановке команд. В четвертьфинале победителями стали команды Pro100, Rush3D, iGaming и X4 Team. Финалистами стали iGaming и Rush3D, а команды Pro100 и X4 Team играли в матче за третье место, в котором победила команда Pro100. Финальная игра выдалась напряженной и закончилась победой iGaming. Rush3D, взяв первую половину нюка с хорошим счетом и взяв начало второй, не смогли удержать преимущество и проиграли с минимальным разрывом. На второй карте под мощным натиском соперников команды iGaming из Украины москвичи сдали позиции и проиграли со счетом 4-16. Замечательный турнир, на который мы всегда приезжаем. Спасибо организаторам этого турнира за то, что они собирают все, как бы, все страны СНГ почти. Спасибо тем командам, которые приехали. Спасибо болельщикам, которые за нас болели. Все очень сильные команды, очень сильные, достойные. Больше всего опасались, это Хайтайм, почти все Virtus.pro, и вот с ними хотелось, конечно, поиграть, но я думаю, что любимые раз... соперники. Да, наши любимые, как бы самые, наверное, сильные соперники. Поздравляем всех участников с завершением этого интереснейшего турнира и желаем будущих побед!